Если вы можете заметить, то мое лицо немного преобразилось. Вот, видите, какая у меня губа. В общем, собирал лодки и укусила меня прямо в губу мошка. Поэтому какой-то определенный промежуток времени я буду выглядеть как дама, вышедшая из такого не особенно хорошего косметического салона, который в губу воткнули укол ботокса, и у нее губа распухла. Так что вот. Всем крепкого здравия, хорошего настроения и добро пожаловать на многодневную рыбалку с ночевками на сплаве по одной из самых красивых и самых живописных рек Урала. Я буду стараться поменьше показывать то безобразие, которое находится у меня на лице, и посвящу свой фильм окружающей нас красоте. И поверьте, здесь будет что посмотреть. Какие удивительные просто скалы, многолетние, прямо из исполины. Надпись вот на этом камне «Богородский». Из-за продолжительных паводков уровень воды в реке значительно подрос. И сейчас такая картина, что от нормального уровня воды до того уровня, который есть сейчас, примерно разница, ну не знаю, ну наверное, сантиметров 50 точно. Поэтому я думаю, что рыбалку я буду начинать с ловли на спиннинг, ну а там уже дальше посмотрим. Если за время нашего сплава вода в реке значительно упадет, и я буду уже видеть то, что начинает плавать цихариус, то будем пробовать рыбачить и на нахлыст. Вон, кстати, утки полетели. Вон еще одна. Лодки, значит, я свои скрепил вот таким вот образом. То есть в одной лодке у меня идут полностью вся лодка с вещами. Дальше она у меня скреплена веревкой. И в этой лодке я буду плыть, рулить и, собственно говоря, рыбачить. В курс дела я вас вел, так что не будем тянуть кота за хвост, а будем отчаливать. Опа! Понеслась, перехрестясь. Ребят, ах, отцепилась. Блин, ребят, хорошая рыбка была первая. Не знаю, что за рыба. Наверное, головешка. Но мэпс 2.0. Как втащил я аж. Офигел. Остановился у такого маленького ручейка. Здесь вот что-то поплескивалось. Сейчас хочу попробовать сюда закинуть. В общем, рыбки либо не было, либо она не клюнула. Но я решил сделать небольшой перекус и заправиться чайком. Так, сейчас по мерочке нальем стаканчик. Больше мне не надо, воду надо экономить, потому что неизвестно, какого качества будет вода в тех речках, которые будут ниже по течению. Но вот в этой реке, точнее ручейке, вода, сами видите, да, какая? Она вроде как бы и чистая, но она мутная. Вот. Так, по мерочке я налил. Сейчас чайник у меня боевой, уже расплавленный немного. Сейчас сюда залью. И все, мне больше не надо. Буквально вот только вскипятить. Плитка у меня, сами видите, боевая. Так, все горит. Ну, собственно, и все. А поглощать я буду, наверное, балабас, колбас. Вот такой. Потому что колбасу надо уничтожать в первую очередь. Чаек. 25 пакетиков. Я думаю, на 5-6 дней должно мне этого хватить. Мусор весь с собой. Потом на костре все это дело сожгу. Так. Сахар храню в контейнере с герметичной такой проставочкой. Закипело уже, все можно выключать. Ну что, чай попили, пора отчаливать и что-нибудь уже поймать охота. Thank you.
Друзья, вы только посмотрите на эту завораживающую красоту. Я не знаю, найдутся ли на Земле еще где-то такие места, где моя душа могла бы настолько сильно раствориться в окружающей природе и красоте, как в этом месте. Представляете, вот эта скала, она высотой, наверное, с 9-этажный дом. Можете себе такое представить? Обалдеть. И это не самая крупная скала из всех, которые мы с вами увидим. Там будут дальше скалы и по 100 метров высотой. Но все это нас ждет еще впереди. Ребята, первая рыбка клюнула на воблер. О! Головешка! Головешка! Ух, да ты какой красавец! Вы посмотрите, что! Вот это! Палец засадил воблер и ушел. Фух! Ладно, хоть не сильно в палец воблер засадил. О, кайф! Просто офигенно! Сработал у меня вот такой вот воблерок. Если мне не изменяет память, то это, по-моему, понтон 21. В общем, на пузе у него написано Альтердем 42 СПСР. Вот такой вот красивенький воблерок. О, ребят, попался головлик. Еще один. Хорошо воткнул. Но этот не такой крупный, как в прошлый раз. Но все равно красавчик. Красавчик. Вот он, местная форель. Воблерок. Кайф. Да, беги. Ну? Вот так, молодец. Толково. Толково, толково, толково. Прямо огонь вообще. Прошли мы, ребят, по реке еще несколько километров и сейчас подошли к очень интересному памятнику, который установлен прямо на берегу этой реки. Сейчас я вам его покажу. А памятник называется Акинфе Демидову «Благодарные потомки». А на другой стороне от этого памятника расположился вот такой вот небольшой, ну, достаточно бедный в кавычках поселок. Ну и еще здесь поставили навесной мост железный, такой, чтобы можно было в половодье, ну или просто так переходить с одного берега на другой. Соответственно, сюда, к этому красивому памятнику. Ну а мы, ребята, идем потихонечку вниз по течению и скоро доберемся до таких мест, где нет вообще никого. Сейчас, ребят, проплываем последний мост через эту удивительно красивую реку. После этого моста уже цивилизации не будет. Нашел, ребят, на берегу бревно и вот думаю, надо, наверное, его с собой прихватить. На тот случай, если на месте стоянки не будет никаких дров, чтобы можно было его подпалить. Не, ну, у нас шарить будет
Ну вот, дровишки припасены. Ребята, вы только посмотрите, какой бор. Какая тут тайга. Какие камни тут по берегам рассыпаны. И мы просто в этой божественной красоте сейчас вот с вами плывем, кидаем спиннинг и периодически клюет голавль. Ну вот как? Как это вообще возможно? Это же... самое удивительное из всего, что вообще может быть, из всего, что вообще можно представить. Просто непередаваемый кайф. Ребята, есть! Есть! О! Вот это хороший! Вот это головлятина! За самый кончик воткнул! Смотрите какой! Вот это да! Красавец какой! Да. На самого скорбычка. Тюк! Вообще нетипичная для головля поклевка. Обалдеть. Ну блин. Это вот там вот из-под того камня. Ох ты. Это была поклевина сейчас. Ух ты, вот это был удар. Вот это был удар. Еще раз. Блин, прокакал хорошего головля. Схватил самой лодки. Килоха! Вот это... вот это базука. Кошмар. Освободился. Вы смотрите, какой я. О, это просто поразительно. Давай, 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 беги, беги. Беги, родной. Да! О, фонарить!
Просто вы видели это? Нет слов вообще. Разогнул застежку мне. Во как. Ты смотри, какой сильный, а. Приближаемся, ребят, к затяжному большому перекату. Так что надо будет сейчас, наверное, посидеть немножко на веслах и посушить спиннинг. Но я, конечно, уже сегодня прям столько кайфа, столько адреналина от этих бешеных поклевок. Прямо у самой лодки такая дурмашина. Туда, ну это же вообще, это просто огневище какое-то. Прям меня перехлестывает эмоции, короче. Вот, ребят, смотрите, там вот речка впадает какая-то. Здесь вот беседка есть. А тут с этой стороны, смотрите, какая скала. Прям. И вода большая. Течение тут очень быстрое. Вот, я как бы, конечно, немного сожалею о том, что настолько большой уровень воды, то что сейчас как бы нельзя половить хариуса, а так прям хочется, потому что осень. Потому что они тут сейчас крупные должны клевать, понимаете? Такие же, как вот головли, прям как даст и ух, на нахлост его. Но уровень воды, сами посмотрите, какой. Она, несмотря на то, что достаточно прозрачная, то есть видимость примерно, ну, метр видно. Вот. Но, тем не менее, уровень достаточно большой. Будем надеяться, что там ниже по течению, пока мы будем плыть, уровень немного поубавится и, может быть, удастся что-то половить. Хотя грех жаловаться, ребят. Вот посмотрите, какая красота. Какая красота кругом. Какая рыба клюет на спине. Это же прям мечта рыбака. Просто мечта рыбака. Обалдеть. Зрелище, конечно, завораживает просто. Только послушайте, ребят, природа какая. Потихонечку, ребят, начинаю искать место для ночлега. Сейчас вот заехал вот сюда, на полянку, взял тут. Кто-то оставил маленькую сосенку, она уже сухая. Вот. Хотел сначала здесь остановиться, но потом подумал, тут такая излучина реки, и вот сейчас вот штиль, и все равно в этом месте ощущается, что тянет ветерок. А сейчас уже достаточно холодно, и ночью обещают температуру где-то в районе 4 градусов, поэтому лучше как бы в более такое укромное местечко сесть. Вот поэтому попробую сейчас чуть-чуть дальше проплыть. И, может быть, там за поворотом уже встану на лагерь. У самой лодочки. Вот, ну, углерок. Тихо. Тихо. Не бейся. Ну. Не бейся. Пасть какая мясистая. Еще отцепить надо умудриться. О, красавчик какой. Давай, мотай. Класс. Ребята, клюнул головой. Еще один. Нормально. Ой, Леха. Все, не бейся. Не бейся. Беги. О, ребят, смотрите, какой скале мы приплыли. Сейчас будем вставать на лагерь, наверное. Короче, ребята, здесь идет
лагерь туристов. Ну, соответственно, сейчас их тут нету. Ну, тут как бы вообще все оборудовано. Вот я подумал, что почему бы нам под этим навесом не встать. Сюда поставим палаточку. Там внизу у нас будет лодка. Вот. И вот такой обалденный вид. У нас тут будет открываться. Вот смотрите, такая скала. Камень называется Алмутной. По-моему, ништяк. Там рыбак сидит. Ловит что-то. Так что сейчас мы, наверное, сюда подгребем. И уже будем вставать на лагерь. Смотрите, что наворотили тут туристы. На дереве лестницу какую-то. Растянули на веревку до того дерева. В общем, это, видимо, какой-то спортивный, что ли, лагерь тут у них. Ну, так-то, в принципе, все обустроено, более-менее. Но единственное, что смущает, это то, что этот лагерь разбит как бы посередине достаточно дикого маршрута. Вот это вот ни о чем вообще. Так, ребят, короче, не понравилось мне там в этом их балагане. И решил я чисто, как обычно все это дело делается, просто на бережку заночевать. Вот и все. Тут поставим палатку, более-менее расчистим место, дожгем костерок, сготовим покушать, и все у нас будет хорошо. Где мои дровишки? Вот они. Насобирал по пути. Так. Первым делом надо поставить палатку, чтобы дом у нас уже стоял. Вот и всю палаточку я поставил. Сейчас закинем туда спальник. И все, и можно будет прям сразу спать. Я более-менее, значит, вещички в палатку перетащил. И сейчас, наверное, самая грандиозная штука за весь сегодняшний день. Я сяду и приготовлю себе покушать что-нибудь вкусного. Думаю, намахнуть рожки по-флотски. Взял тут тушенку, короче, за 200 рублей. Банка одна штука, представляете, 214 рублей банка. Мне прям аж интересно стало, что это вообще за тушняк такой. Так что вот, сейчас запалим костерок еще дополнительно. Ну, не знаю, либо сейчас, либо чуть-чуть попозже. Вот, и приготовим поесть. Так, для начала надо достать самое главное оружие лысого человека. Это шапочку. Во! Лучше намного, а то чувствуется, что уже как бы это подмораживает чуть-чуть. Горит. Горит, красота. Сейчас все помешаем. Маслица подсолнечное, чтобы у нас макарошки не слиплись. Вот так, чуть-чуть. Добавим соли. Вот так вот. Тушеночку открыть. Все равно интересно, чуть тушняк. О, нифига. О, нифига, как пахнет вкусно. Мясо что ли настоящее? Ну-ка, где моя большая вилка? Мясо. Нормально так. О, ништяк. Огонь. Ох, и рожки у нас сегодня будут как лодка. Закачаешь вообще. Вот так. Так, ну что, ребят, рожки уже окончательно сварились. Сейчас их солью. Так. О, начало подрумяниваться. Вот как раз сейчас мы сюда тушничок-то наше заправим. Мясо куски. Холодно стало, ребят. Надо кофточку надеть. Голова лысая, вообще мерзнет.
Так, ну что у нас тут? Смотрите, какая красотень. Да, ребят? С наваром, с бульончиком. Я думаю, что мы сейчас сюда вытряхнем макарошки сваренные. И перемешаем все это дело. И еще немного потушим. И тогда это будет просто феноменальное блюдо. Made in River. Made in Урал River. Сейчас еще минут 5 и можно будет лопать. Вот чуть-чуть потушить еще. Так. Посудку надо мыть, не отходя от кассы, ребята. Кстати, средство для мытья посуды я положил в тюбик из-под геля для душа маленький. То есть как бы удобно. Не надо с собой таскать большую бутылку с жидкостью. У нас тут уже все напрело, уже все готово. Все. Вот, ребят, наши макарошечки по-флотски. Прям с пилу, с жару, горяченькие, вкусненькие. Прям огонь. Огонь. Так, где моя большая тарелка? Наверное, надо костерок разводить. У меня специально для розжига костров вот такая вот зажигалочка припасена. Работает она, конечно, безотказно. Костерок у нас появился. Сейчас можно и чайку попить, а потом спокойно спать лечь. Так, ребят, короче говоря, зашла луна, все нормально, я поел, лег в палатку, и ну просто невозможно, потому что страшно, понимаете, постоянные шорохи и кто-то бродит. Вот кто-то бродит, понимаете, я уже и палкой тут бил, и кричал там, что только не делал. Короче, ну не знаю, я думаю, что надо просто прыгать в лодку, спокойно собирать все вещи и, значит, от греха подальше отсюда уплывать. Потому что, ну, это издевательство над организмом. Значит, если я сейчас тут останусь, то я всю ночь буду ходить тут с палкой и издавать непонятные вопли, значит, и пытаться пугать того, кого я не вижу. Нафиг это надо. Короче говоря, я сейчас все это дело собираю, значит, загружаю все это дело в лодку и мотаю отсюда. Потому что, ну, невозможно. Просто невозможно. Ну, просто реально страшно. Ну, я один, как бы. Сами должны понимать. Да ну его нафиг. Короче говоря, ребят, не буду я вам ничего такого объяснять. Просто вот, знаете, одному осенью с ночевой страшно. Страшно. Просто страшно. Так, ребят, в общем, ночные похождения закончились тем, что я прибился к мужикам Алексей и Алексей. Вот. Алексей. Да. Приютили меня. В общем, костерок тут у нас, все остальное. Тут как бы такой большой такой шатер. Ну, видимо, для туристов, там, да, для чёда. Фигвам называется, да. Ну и, в общем говоря, переночевали нормально. Сейчас попили чайку. И сейчас уже, наверное, буду отправляться дальше в путь. Посмотрим. Надеюсь, что сегодня никакие медведи не придут. Ну да. Нет, а так-то то... вот в одного я говорю, что, блин, фиг знает, как это. В одного страшновато. Да. Или хотя бы ствол с собой брать. Да, или хотя бы ствол. Ну да. А я вот, видите, какой непродуманный. Без ствола, без ничего. Сейчас у лося еще год.
Вот он, лось может тоже ходить, ему надо ободаться, да вот он и будет у тебя там вокруг палатки крутиться, не говори. Да, так что вот, ребят, такие приключения, все продолжается, посмотрим, надеюсь, что дальше все будет более-менее нормально. Ребят, попала. Эх, ты убежал. Головлик был хороший. На салму булхэт. Бычок салмовский. Ох ты, была поклевочка. Жестко как вмочил. Эх ты. О! О, да есть, есть. Угу. Попался. Головешка мелкий. Мелкий головешка попался. Давай, веди. Первый-то был пошутнее. Смотрите, ребят, какая красота кругом. Камень какой здоровенный. Мы еще ночью, кстати, проплыли. Достаточно большое количество хороших камней. Вот о чем я, конечно, сожалею, но как бы все равно так лучше, чем повстречаться с медведем. Впереди, ребят, перекатик. Сейчас развернемся и пойдем вон туда. О, на паузе взял. Ого, какой. Головеха. Не крупный. Не крупный. Смотрите, ребят, какое великолепие. Это же просто обалдеть можно, да? И мы вот так вот плывем и тут спину кидаем. Головы клюет. Сейчас хочу попробовать поставить маленький воблер зеленый. Вроде как немного пасмурно, еще не прояснило. Может, на него будет хорошо отзываться. Вот такой. Сейчас посмотрим. Проверим. О! О, клюнул. Нормальный. Нормальный головик.
Красавчик какой. Работает, оказывается, смотри-ка что. Ну и ладно. Его половина, значит. Напугали меня, как эти утки, кошмар. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 17 штук. Кошмар. Вот отсюда вылетели. А тут 100% должен голова стоять. Хватнул, какой дерзкий. Дерзкий мелкий головляха. Давай. Ого. Боец. Впереди мощный перекатик. Надо поставить блесенку. Вдруг там хариус есть. Может, хариус клюнет. Мопсик. Аглиолонг. Беленький нулек. Смотрите, какой перекат. Струя, там он здоровый камень. Да, мощный перекат. Смотрите, какой. Жесть. Вот мощь. А, прокинуть. Места, конечно, просто удивительные. Надо бы где-нибудь остановиться, немного чайку попить. И чуть-чуть перекусить. Вот сейчас вот подплыли к камню. Камень называется собачий. И какая-то табличка, но с такого расстояния мне, к сожалению, не разобрать. Вот. На воблерок клюнул. Четко взял. Ого. Бежал. Тут, ребят, впадает ручеек. Сейчас мы тут, наверное, встанем. Немного перекусим. Одену их галоши. А то неохота уже в болотниках стоять. Вот. Заодно палец обработаю. Поранил палец тут. Как бы не загнило на меня. Ну и все. И дальше уже поплывем спокойненько. Сделаем босяцкую вишенку. Ох, налопаемся. Все. Сейчас включим, весь жир из этой колбасы выплывется и будет яичница то, что надо. Угу.
крышкой закрою. Он очень быстро сделается. Во! Огонь! Все, можно включать. Ну все, сейчас чайничек еще у нас кипит. И можно будет чайку попить еще. Ну, ребят, тут место какое шикарное. Заводина какая жесткая. Сейчас попробуем прокинуть ее тут. Ого! Вот, ух ты! Это хороший. Пойдет. Нормальный такой танк. Опа! Все, успокойся. Вот молодец, отцепился. Ну давай. Сейчас покажу, на что клюнет. Вот на такого воблерка. Ух ты, вот это была поклевка. Кошмар. У самой лодки как воткнул головой. Вы видели, ребята? Я аж офигел просто. Ого! Есть. Не крупный. Не крупный, но схватил хорошо. Так. Давай. Сваливай. Болтус. Камень этот называется синий. Посмотрим, есть ли головли с черными хвостами у синего камня. Вот тут в закутке-то стопудово есть головли. Ты смотрите, как он его слопал. Просто дичь. Ну-ка, стой. Сейчас тебя отцеплю. Угу. Какой красавчик, ребята. Давай. Лодки прям клюнул. Тач. Вообще. Эльдорадо просто какой-то. Thank you.
клюнула рыбка. Голова, я только закинул, сразу клюнула. Закоплячился. Так. Давай, голы. Ну, ребят, что-то там надвигается. Какая-то нехорошая тучка. Наверное, нас сегодня ночью будет прихватывать дождик. Да, обстоятельства меняются, конечно. По протоке плывем, по какой узенькой. Еще острова. Тут остров, там он еще один остров, и вон там он еще один остров. Протока узенькая, но глубокая, и смотрите, как несется, здорово. Жалко, быстро бежит. Тут может кто-то жить. О, ты кто? Головаль. Я ж сказал, что тут кто-то может жить. Иди сюда. Иди сюда. Ой, клюнула рыбёха. Так, вот так лучше возьмем. Так. Не крупный голавлик. Ну давай, беги. Ух! О, у самой лодки взял. Ты смотри, что. Это какой. Да стой. Стой. Давай. Газуй. Вон тоже ребята отдыхают, видимо, приехали на моторах, поднялись, что ли, не знаю. Вот. Ну, а мы, наверное, за поворот реки зайдем и уже где-нибудь там встанем на лагерь. Попал мелкий. Один не крупный. Да, речка, конечно, не перестает удивлять своей божественной красотой. А лес уже подернулся желтизной. Кое-где на горах, помимо желтого цвета, можно видеть и красную листву. Ну, а нам сейчас надо будет найти местечко хорошее и встать на лагерь. Я надеюсь, что сегодня все будет без происшествий. В общем, вот как-то, ребят, так выглядит место с достаточно живописным видом. Ну, я думаю, что надо будет сейчас просто все вещи сюда перенести. Ну, как бы лужайка хорошая, но я как бы не знаю, где еще буду ставить палатку. Либо здесь, рядом с костерком. То есть, как бы вот тут вот, может быть, на этой лежаночке. Либо где еще, пока не знаю. Вот. Ну, все, сейчас вещи пока перенесу.
И потом мы с вами снова включимся. Хотя, ребят, вот здесь вот тоже достаточно хорошее местечко. То есть можно палатку, в принципе, прямо тут вот и поставить где-нибудь. И лодки будут рядом. То есть, как бы, по идее, это что? Оттуда дров перетаскать сюда, да и все. Вот. Зато лодки будут под боком, под видом. И тут спокойно палаточка, тут костерок. И все. Ну и наплевать, то что там стол есть, а тут нет. Мы и так сготовим пожрать. В общем, не стал я использовать старое костровище, потому что достаточно близко к палатке. Вот, сделал новое костровище. Дрова везде сырые. Вот, ну, натаскал веточек, уже употел весь мок. Вот, и сейчас топориком стареньким своим. Вот, маленькую березку валялась тут. Сейчас рублю и в костерок. Я говорю, упрел уже весь, но костер все-таки надо приготовить в первую очередь. Вот, чтобы можно было ее потом сразу же подпалить. А в потемках, чтобы не заниматься всем этим. Вот так. Ну, в общем, ребят, вот так вот выглядит мой лагерь, палаточка. Там вот я уже не удержал, покушал немного. Не стал я сегодня заморачиваться с едой. Так, съел банку паштета и пюрешку быстрого приготовления. Нету силы сегодня готовить вообще. Соорудил костерок. Буду поджигать потом. Это вот чья-то баня была походная. Ну, как бы не убрали, оставили. Ну, может, кто-то еще пользоваться будет, не знаю. Вот. И здесь у меня лодка. Лодки, точнее. Вот они. И посмотрите, какая красота кругом. Рыба тут плавает. Птички еще поют. Просто удивительный пейзаж. Ветра нет. Штиль. Воздух такой чистый, ребят, прям вообще изумительно. Самое интересное, я вот сейчас вот сюда с камерой подошел. Вам тут все это объясняю, да, говорю. Вот. А вот в этом месте, вот буквально несколько метров от лодки, ходит и плещется голавль. Представляете? Вот как. Вот здесь вот лагерь. Тут лодки, вот тут вот голавль. А тут вот, вот такая вот красота. Представляете? Ну это же вообще. Такого не бывает просто. И в то же время бывает. Твичил. И наконец-то натвичил. Вавленок схватил. Запалил я, ребята, костерок. Ну, посмотрим, займется, не займется. Ну, должен заняться, по идее-то. Вот. Все, посижу немного у костра, да, спать пойду.